Пабло Пикассо прожил 91 год. Вот к каким выводам о жизни и о людях он пришел в зрелости. Совершенствуясь в любимом деле, человек достигает успеха. Пабло Пикассо говорил, что отдыхает, когда работает. И безумно устает от безделья и визитов гостей. Художник прожил 91 год насыщенной и яркой жизни и оставил в назидание потомкам мудрые выводы. Искусство – это исключение ненужного. Чтобы ваша жизнь напоминала завершенный шедевр, а не наброски и черновики, нужно уметь отсекать все лишнее, постороннее, ненужное, отказываться от навязанных желаний, которые никакого отношения не имеют к вашему истинному «я», учиться не обращать внимания на общественное мнение и критику, отстраняться от тех, кто не спешит проводить время рядом с вами. Мне нравится жить бедно, но с кучей денег в кармане. Озвучьте эту фразу нынешним богатеям, и они рассмеются вам в лицо. Но вместе с тем, есть какая-то особая роскошь в том, чтобы не зависеть от моды, от трендов. Жить, не испытывая нужды во внешнем лоске. Не отличаться от миллионов других своих соотечественников. Деньги могут быть мерилом успеха. Но покупки и безудержные траты – мерило комплексов. Вдохновение существует, но оно приходит только во время работы. Это высказывание Пикассо о том, что под лежачий камень вода не течет. Только в движении мы становимся теми, кто мы есть. Только так и ощущаем, как жизнь набирает свою высоту. Если бы некого было любить, я бы влюбился в дверную ручку. Приятно читать такие слова. А то только и слышишь от своих современников, что людям нельзя доверять. Что надо держать их на дистанции и ни за что не любить. Люди воспринимают любовь как слабость. Быстренько садятся на шею, кнутом погоняют и непременно плюют в душе. Но любовь задумывалась другой. Топливом и пикантной приправой к жизни. И тот, кто способен любить искренне и всей душой, всегда выигрывает у того, кто предпочитает закрыть свое сердце на 7 замков. И среди людей больше копий, чем оригиналов. Это не означает, что вы вынуждены жить в обществе людей пустых и лицемерных. Это означает лишь то, что нужно расти над собой и искать тех, других, оригинальных, натуральных, истинных, а не фальшивых. Надо потратить много времени, чтобы стать, наконец, молодым. Молодость – это не только блеск в глазах и румянец на щеках. Это особое отношение к жизни, жажда открытий, звонкий смех, ожидание чуда, отсутствие страха перед новым, способность удивляться, легкое отношение ко всему, уверенность, что все можно исправить, гибкость и пластичность души и ума, поиск себя и жажда любви. С возрастом ветер все сильнее, и он всегда в лицо. С возрастом люди мудреют и не допускают ошибок, скажете вы. На самом деле они просто не доводят до ситуаций, в которых можно набедокурить. А жизнь так и продолжает посылать препятствия и ставить задачки, которые нужно срочно решать. А подытожить можно все следующей цитатой. «Мы не стареем, мы созреваем».